Продюсер музыкальной группы «Ласковый май» Андрей Разин назвал певца Льва Лещенко предателем. На одном из телешоу экс-участник группы Юрий Шатунов заявил, что Разин якобы мешает ему ездить с концертами и сам под фонограмму исполняет песни его голосом. А Лещенко в интервью одному из сетевых изданий заявил, что группа стала успешной исключительно благодаря Шатунову. При этом артист назвал Разина администратором, выдающим себя за певца. В свою очередь продюсер назвал слова Лещенко предательством. «Стыдно слушать это от вас, профессионала. Я понимаю, что вас жабы душат, что Разин обошел вас по жизни. Но прийти обсудить вопрос с этими проститутками и плохо говорить обо мне человеке, который никогда к вам ничего плохого не имел», — сказал Разин и заявил, что Лещенко сам стал проституткой, сообщает Пятый канал.